Все, салют, ребятишки, с вами Зябишка. Сегодня мы также продолжаем играть эти игру под названием Mortal Kombat Mobile. Сегодня у нас 12-й день пути новичка. Мы с вами продолжаем играть нашу увлекательную игру. Так что, пожалуйста, не забудьте налить кофеечек или чаечек, берете попкорн, а мы с вами погнали играть. Уих! Так, мы сегодня возвращаемся в нашу любимую игру. Я ничего нифига не смог накопить, но мы что-то постараемся сделать. Сейчас мы пойдем в башню порождения ада и побеждать 50-го босса. Так, возьмем, наверное, так. Угу. Кого мы поставим? Кто мне понадобится? Давайте я обычно скорпион поставлю. О, подождите. А давайте его прокачаем до 60-го уровня. Максимум сейчас взял. Кеншу максимально. Все. Так, у него 23 тысячи. Неплохо, неплохо. Шикарно даже. Так, интересно, что за награда будет с 50-го босса? Или персонаж? Золотой или серебряный? Нет, золотой, наверное. Или снаряга какая-то. Ладно, что-то может быть нормально выпустить. Так, давай, давай. Опа. Идем первый. Опа, 23 тысячи. Давайте нанесу. Меняемся. И нельзя скорпиона поставить, потому что он оглушает хорошо. На, опа, Синдел. Блин, 400 тысяч, это офигеть. Меняюсь. Пофигу, надо хотя бы в окна стащить его. Вау. Ай, спецагент же побивает, может быть, это офигенно. Так, копа. Так. Угу. Снижен заряду силы. Ну ладно, пофигу. Так, оглушаем и меняемся. На кешика делаем первый спецприемник. Опа! 60 тысяч. Оп, давай. Оп, оп. Давай. Меняемся. Вау! Но они пока перебивают хотя бы, хорошо. Меняемся, меняемся. Ух, успел. Так, минус хп. Давай, давай, давай. Надо главное быть главным. Как она перебивает? Меняемся. Нет, скорпион хорошо делает. Вот надо главное кеш. Добью! С одной попытки! Офигеть! Зху! Семь персонаж разнес Синдел с первой попытки. И... О, Инферно Скорпион. Неплохо. Но тоже персонаж будет прокачивать постепенно. Следующий босс будет 70-й. Интересно, а мы сможем пройти башенку за серебро? Но это навряд ли. Серебро не такое сильное у меня. Ну так, интересно, награда за 70 бой. 70 будет. Необычное сражение, потом 90 персонажей без испытаний, потом 110 упражнение. Редко, потом золотой персонаж испытания. Угу. И кто может здесь выпустить, если получается из замазок? Люкан. Здесь даже хорошие персонажи. Так, снижение, блин. О, вот это не получается противник. Мы сейчас шанс набрать так для противника, я снять оперативный эффект. Ого, и вот так сексуальное уменьшение. Ну ладненько, мы заполучим все постепенно. Так, пойдем в режим битвы. Я дошел до новой башенки. И давайте возьмем скорпионика такого нашего хорошего, обожаемого. Наденем молот гнева, наденем броню блок хорошо. Блин. Не докачан, ничего. Ну ладно. И давайте за скорпиона такого, за алмазного скорпиона здесь. Или за, блин, а был за сабача, но у меня нет сильного сабача. Ну ладно, тоже будет неплохо. Давайте, давайте, надо разнести их. Опа. Берем первый. Ну это будет легко, потому что скорпион вообще мощный. Ммм,
Ну. Так. Ну ладно, скорпиончик, давай, мочи их. И сейчас он оживится, да? У них много хп даже. А, все, так легко. А, фатальти был в начале, сейчас засобьёшь. Сейчас его на две части разделить. Хопа. Тот ему мошку отведу, тот позвоночек саму. Офигеть. 10 тысяч монеточек. Этой души. Неплохо. Будем копить души, копить. Я остался получается всего-то 1, 2, 3, 4. 6 башек получается пойти обычную, вот эту все. Ну, легко. А давайте сейчас поиграем за команду Трибок. Так, поиграем 5 битв. Чтобы разнообразить, надо показать. Ну и как я прокачу персонажа здесь, это было все понятно даже. Скорпион мне даже скоро время докачается. Так, давайте. Отряд. Трибок. Вот они. Так. Мы возьмем Сабыча. Смолка. И вот так. О, у него слияние появится вот так. За основу мы возьмем Сабзерча, потому что он нам нужен. Так, мы тебе наденем прибывание блока, накопление силы, на смолка дадим. Давайте тебе дадим дамаг, дадим. Тебе дадим еще, давайте. Стойкость тебе дадим. Что еще добавим? Давайте найдем какую-то снежинку. Аксессуар вот этот. Нет, вот этот аксессуар. Так, на тебя наденем, получается. Так, у тебя хороший второй спецфильм? Нет, давайте тебе так поставим. Поставим на тебя стойкость. Поставим вот это. Вероятность жить послабление в приходе боя. Тоже неплохо. Вау. Так, мы покачаем, давайте, до 7-го. Первый самый главный, может, как у этих всех тыбок, главный первый нас использует, потому что он сейчас может пассивка того, что используется от секта и сайкс, потому что истощение силы добавляется ему хп и дамаг. Ну давайте сейчас сыграем, посмотрим. Я 100 лет за тыбок не играл. Ну сейчас они быстренько прокачаются. Жалко, смог не третьего следа. Так бы понадобилось. Так, ладно. Давай. Ху. Они слабы слишком. Ну ладно, пофиг. Разнесем быстренько. Так. Давай. Хоп. Блок. Хопа. Так, где он первый? Хопа. Так. Истощение и охлаждение появляется. Хопа, делаем первый. Дым. Пум. Все. Разнесли на изи. Так, давайте встретимся на 5-м бою и посмотрим. Так, мы дошли до 5-го боя. Сейчас последний бой остался, получается. Они были простенькие. Слишком персонаж даже классный, мощный. Он, похоже, обосрался дымом. От Сабзерча. Давай. Опа. Хопа, делаем. Первый спецпор. Вот, давайте сейчас сект любимчика. Сектор у нас здесь любимчик. Хопа. И сейчас появится эффект мазилка. Эффект мазилка, огонь, все три эффекта. Ладно, да, смог пойдем. Делаем второй. Ну я у них сделал на единичку и первый, второй спецпрев, то у них все было хотя бы потихоньку. Ну неплохо, шикарники от этого прокачу постепенно, да и будет у меня классный. А если ролик вам понравился, пожалуйста, не забудьте слева и справа давать классный видос, а сверху были подсказки на старое видео. На этом я буду прощаться, всем покусики, с вами был Зидбер, пока! Ух!